Когда одни создают новогоднее настроение, а другие разрушают, на улице Пушкина вандалы сломали новогоднюю стену, которую во дворе построил местный житель. Последние годы, в канун новогодних праздников, у 38-го дома всегда собираются много детей и взрослых, но в этом году праздник может быть испорчен. Еще несколько дней назад двор на Пушкина сильно отличался от других. Большие раскрашенные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, надписи «С Новым годом» и ледяная стена украшали территорию у дома номер 38. Каждый год такой подарок всем детям и взрослым своими руками создает один местный житель. Он украшает двор к новогодним праздникам абсолютно бесплатно, но сегодня утром всю новогоднюю красоту кто-то разрушил. И это точно не оттепель. Сломанные ледяные фигуры и пропали праздничные надписи. Осталась только ледяная стена. Ну как, красота, это на самом деле очень красиво, и для нашего города это даже экзотично, я бы сказал. Дед Мороз, Снегурочка, вот как в прошлом году был, космонавт был, затем гномики, ну вообще было очень здорово. Кому помешал ледяной городок, неизвестно. Детвора с нетерпением ждет праздника. Автор снежных фигур и стены собирается снова воссоздать разрушенную сказку. Работа начнется, когда за окном будет стабильный минус и выпадет достаточно снега.